ладонями под плечами. Два. Колени подтянуть. Пятки выталкиваем назад. Так. Вдох. Еще раз. Выдох. Правую ногу. Поднимаем, насколько оттягивается от себя, и подтягиваем к подмышке правую ногу. Вдох. Смотрим в пол. Локти чуть-чуть пригибаются. Выдох. Подмышки, подмышки, подмышки. Еще раз вдох. И выдох. Шея ровная. Назад нога. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Левую ногу к подмышке подтягиваем. Вдох. Выдох. Еще раз, два. Еще выше ногу к подмышке. Сзади ногу выпрямляем. И выдох. Уходим ногой назад, вдох. С выдохом собаку мордой вниз уходим. Стопы чуть вперед. Лопатки сводим. Шею расслабляем. Можно чуть поработать ногами, пяткой вверх, пяткой вниз, вытянуть поверхности ног. Ног. Вдыхаем. Выдох. Тянемся за копчиком, живот к бедрам толкаем. Еще раз вдох. Шесть вперед, вдох. Правая нога вперед. Руки шире коврика. Ногу кладем так, чтобы голень была параллельно кромке коврика вверху. Хорошо. Пальцы смотрят вперед. Вперед пальцы смотрят рук. Так, пальцы вперед. И отжимаемся. Вниз, вверх, вниз, вверх. Стараемся больше на сторону ноги, которая сзади у нас, вес давать. Три, пять, ниже таз, стараемся пускать, шесть, таз тоже опускается, семь, восемь, стороны ноги, которая выпрямлена сзади, девять, еще раз, десять, хорошо, меняем стороны, правая нога назад, левая, вперед. Руки на одной линии со стопой, пальцы смотрят прямо. Голень параллельно верхней кромке коврика. И поехали. Сзади нога на колени. И опускаем бедро. Сзади пониже. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, еще раз. Десять. Хорошо, ходим. Ногой назад, руки прямо. Впереди. Вдох, вес вперед. Выдох, опускаемся на живот.
Хорошо. Прогибаемся. Вдох. Ребра приподнялись, локти вперед направляем. Пальцы рук на себя. Выдох. Так, левая рука вперед. На пальце. Правой рукой захватываем лодыжку. Изнутри. Захватываем. Так, вдох. Приподнимаем бедро правой ноги. Левую руку и левую ногу вверх. Вот. Смотрим в пол. Шея ровная. Сжимаем правый бок. Вдох. Выше бедро. Выше прямую ногу. Вдох. Еще раз. Широкую ногу. Колено прямее левой ноги. И выдох. Опуск. Руки, ноги. Правая рука впереди. Дыхаем. Левая. Сгибаем ногу. За лодыжку беремся. Поднимаем согнутую ногу. Руку и прямую ногу. Дышим. Вдох. Хорошо. Шея ровно. Вдох. Смотрю в пол. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз вдыхаем. Выше ноги, выше руку. Шея ровная. Выдох. Опуск. Ноги. Отталкиваем пол от себя. Носки вместе. Отъезжаем назад. Колени поднимаем. Разводим стороны. И наклоняемся между бедер. Носки. И пятки вместе стоят. Обязательно носки, пятки вместе. Шея расслаблена. Дышь. Вдох, выдох. Пятки ниже. Ниже, ниже. Стараемся опускать плечи вниз. Голова вниз. Расслабляем лопатки, шею, всю заднюю поверхность тела, ягодицы, спина, поясница. Все расслабляется. Вытягивается, руки тянутся за пол, а пятки опускаются ниже. За счет удлинения спине и всей задней линии. Шея расслаблена, следим, чтобы шея не напрягалась. Вдох, еще раз. И выдох. Хорошо. Оттягиваем руки себе. Бока на плечи. Колени упираются ближе к подмышкам. И либо она с опорой на одну ногу, либо без опоры делаем. Нижнюю Дукасану. Фиксируем. Вот, так, локти больше назад направляем. Выдох.
Еще раз вдыхаем. Хорошо. Останется. Садимся вверх на носки, оттягиваем икроножные мышцы. Убираем наружу, если нужно, подкладываем кирпичик под ягодицы. Стопы должны обхватить ягодицы. По бокам. Прогибаемся грудь вперед. Плечи назад. За спиной делаем кистевой замок. И поднимаем руки повыше вверх. Шея. Подбородок приподнимается, шея у нас ровная. Выше подбородок. Двигайте на полу, выдох. Хорошо, меняем замок. Левой рукой за правое запястье. И то же самое, руки повыше. Таз подворачиваем. Грудь проталкиваем лопатками вперед, вдыхаем. Выдох. Шея сзади не зажимается. Следим, чтобы шея сзади была свободной, мягкой. Опускаем руки. Меняемся. Пальцы переплетаем. Сжимаем основание ладони. Выпрямляем. Если получается, выворачиваем так, чтобы локти у нас не сгибались. Выше, выше руки. Подбородок приподнят, лопатки толкают грудь. Сейчас подворачивается корневой замок сжат. Хорошо. Опускаем. Смещаем пальцы на один. И второй пальцевой замок. Либо просто сжали основание ладони, либо вывернули замок. Поднимаем повыше. Так, выше руки. Таз подворачивается, корневой замок сжат. Грудное отдел открывается. И выдох. Выше, выше, выше руки. Шея сзади свободная. Сзади шею обязательно держим без зажимов. Апуск. Вдох, руки вверх. Оттягиваемся за руками. И выдохни с руки. Проходим из того положения. Садимся.